Инспектор Гаджет приглашает вас в уникальное путешествие за кулисы аниматорской работы. Все начинается с создания сюжета. Это выглядит как комиксы и представляет собой нечто вроде схемы действия для художника. Для полуторачасового мультфильма эта схема может занимать более 800 страниц. Обалдеть! Потом художники создают небольшие тестовые мультфильмы. Но это не похоже на тесты, которые вы проходите в школе. Они проверяют то, каким образом персонаж будет двигаться в мультфильме. Это также дает режиссеру мультфильма представление о том, как будет выглядеть сцена до того, как в нее будут добавлены другие элементы. Хотите верьте, хотите нет, но художникам могут потребоваться недели, месяцы и даже годы, прежде чем они нарисуют весь мультфильм целиком. Обалдеть! Я перейду к работе только после того, как определю точно, что это такое. Прочти, что написано на этикетке. Или прочту надпись на этикетке.